с вами Виля Клауд, и мы находимся на выставке «Русский Вейп 3», где очень много иностранных производителей. И одним из них, кто попался под наш четкий взор, это компания «Осмодус». А чем она отличилась и чем она нас заинтересовала, мы сейчас попробуем вам рассказать. Во-первых, ребята выпустили, ну, все знают, что сейчас есть тренды на небольшие бокс-моды. У ребят появилась одна версия компактного бокс-мода. Она достаточно увесистая, и, как они заверяют, если ее кинуть, если по ней проедет грузовик, ей ничего не будет. Она будет также работать. Но они на этом не остановились. Если этот бокс-мод стоит порядка $70, около того, то они выпустили еще версию из стабилизированного дерева. Кто его не любит? Вот. Версия чуть подороже, в районе $200 идет. Но Осмодус не остановились и здесь. На этой выставке они нам показали прототип. Это версия со стабилизированным деревом и дамасской сталью. И эта штучка уже действительно внушает. Прям вот держишь в руке и не хочется упускать. Это стабилизированное дерево и дамасская сталь, цена от $400 примерно. Но это действительно эксклюзив, и их было произведено очень мало. То есть вещица реально уникальная. А если вы посмотрите сюда, то вы увидите еще одну уникальную штучку. Если вот этот бокс-модик вам напоминает Сигелей, то вы правы. Но фишка в чем? Во-первых, представитель компании мне показал небольшой трюк, который я, скорее всего, освою, когда вы уже увидите полный видеообзор на этот бокс-модик. Но в чем фишка? Он отщелкивается. То есть крышка на магнитах, но при этом ее очень можно так по-стильному откидывать, и как бы всем будет нравиться. В чем фишечка этого бокс-мода? Он уникальный за счет того, что внутри есть цитата. Как нам объяснил производитель, это цитата первого человека, который ступил на Луну, и вы его знаете. Но они немножко поменяли это под вейперскую тематику и указали год 2003, это год создания электронной сигареты. То есть действительно подошли с душой и телом. Но, опять же, я говорю, напоминает Сигелей, да, но экранчика нет. А фишка в том, что все пошли к тому, что экранчики располагаются теперь снизу. То есть удобненько положил, все выглядит стильно. Есть также версия очень-очень редкая, это 24 карата золота. То есть все очень-очень престижно, красивенько и стильно. А в чем самое интересное, у этого бокс-мода есть еще одна особенная фишечка у этого. А если этот бокс-мод называется, кстати, я забыл сказать, Plug. Вот. А в чем его фишечка? Эта функция называется Curve. То есть, по сути, когда вы используете бокс-мод, вы можете задать изменения вашей мощности с течением времени. То есть у вас, грубо говоря, есть шаг в 0,7 секунд, и вы можете выставлять границы мощности в каждую из них. Допустим, у вас очень вкусная жидкость, но вы хотите, чтобы она сразу жарила, а потом послабее, послабее, послабее. Вот с этими бокс-модиками такое теперь можно сделать. То есть для действительно людей, которые гонятся за вкусом, это будет своего рода новая ступень, новое видение того, как можно попробовать сочную, вкусную жидкость. Вот. Помимо этого, все, что вы видите на столе, будет абсолютно точно в ближайшее время у нас на сайте. Видеообзоры, текстовые. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, читайте нас, следите за нами во всех соцсетях. С вами были Виля Клауд. До встречи.